Учителя – это люди, которые дают свой опыт и знания подрастающему поколению. Это можно с уверенностью сказать и о мастере профессионально-технического образования Викторе Лебедеве. Работает он в должности мастера около 10 лет. Сейчас обучает учащихся сварочному делу в колледже машиностроения. Могу сказать так, что в этой профессии привлекает то, что профессия востребованная всегда. Скажем, специалисты, которые нужны стране, они востребованы, и требуются именно хорошие специалисты, поэтому приходится передавать как бы свой опыт, накопленные умения, знания, все вот учащимся, которые постигают эти все азы. И дальше идут, работают сварщиками на предприятиях города, не только нашего города, но и также всей Республики Беларусь. В июне в Бресте проходил финал областного конкурса среди работников системы профессионального образования. По его итогам Виктор Лебедев был признан победителем и тем самым стал лучшим мастером в Брестской области. Но и это не все его заслуги. Кроме того, 25 сентября в Белозерске состоялась ярмарка профессий, где опять проект Виктора Олеговича был признан одним из лучших. И был он награжден почетной грамотой, награду вручал первый заместитель управления образования Брестской области Жук Александр Федорович. Кроме того, в областном конкурсе на лучший учебно-методический комплекс Виктор Олегович тоже занял первое место. То есть работает у нас давно, специалист высокого класса, как сварщик, очень высокий профессионал. На своих занятиях Виктор Лебедев обучает теории сварочных работ, основам безопасности, заостряет внимание на деталях, которые позволяют максимально качественно сварить изделия. С ребятами надо общаться, быть им как бы и примером в то же время папой, мамой и авторитетом, вот. Где-то даже частично и другом. Вот. Поэтому приходится где-то кнутом, где-то пряником. Вот. Принцип такой простой. Надо просто-напросто учить работать и учить детей заниматься тем, чем той профессией, которую они выбрали. Приобретенные знания учащиеся под руководством мастера закрепляют на практике. И очень часто умение учителя донести информацию до каждого, объяснить все подробно, способствует тому, что уже с самого начала учащиеся усваивают все тонкости будущей профессии. Это отличный мастер, который отлично преподает предмет сварку, обучает нас уже второй год. Честно, очень нравится то, как он преподает, воспитывает и следит за нами. Очень хороший мастер. Хорошо преподает, интересно, весело, шутит, понятно объясняет, все как надо. Занятия у нас проходят хорошо, Виктор Олегович мастер хороший, нравится, хорошо ведет занятия. Главный принцип в работе Виктора Лебедева – делиться с учащимися своим жизненным и профессиональным опытом без остатка. И это приносит свои плоды, ведь хороший специалист и профессионал будет востребован всегда.